Приветствую вас, коллеги. Хочу сегодня познакомить вас с новым продуктом для меня. Это грунтовка компании Caparol. Caparol Grunt 610. Специальная грунтовка под структурной штукатурки для наружных внутренних работ. Что это грунтовка? Это аналог СТ-16, кому, вот чтобы было понятно, или же бетон-контакт, только с мелкой фракцией песочка. Вот. Она используется по декоративной штукатурке, придание адгезии. Здесь она у нас заколирована, цвет оникс, вот такой вот цвет, чтобы было понятно. И в дальнейшем для декоративной штукатурки состаренная стена. Вот эта декоративная штукатурка, Caparol Art и Лазурь. Вот так она примерно будет выглядеть. Сюда вот направьте. Ничего не видно. Ну так, с разными углами. Не хотелось бы. Видно, правда? Ага. Вот. А как ее наносить? Два способа. Первый способ. Ее нельзя наносить с аппарата, потому что как бы фильтра не выдержат, ну, не смогут просеивать все это. Наносится только валиком. Я здесь наносил велюровым валиком. Или же кисточкой. Производитель так и заявляет. Кисточка. Если мы наносим... Как можно наносить? Можно наносить горизонтальными движениями. Вертикальными, то есть. Но желательно начинать сверху. После обклейки плинтуса. Почему сверху? Потому что будут лететь мелкие капли. И оно, когда подсохнет, то уже быстро очень схватывает. Потом следующее. Равномерно по очереди. И самое главное, чтобы везде было примерно одинаковое количество вот этого песочка. Оно создает шероховатость, потом эта шероховатость, она просто помогает следующей штукатурке. А песочек это первый слой, да? Да, это первый слой. Он уже заколирован, а вообще он идет белым цветом. Вот он у нас заколирован под основную базу. То есть под арт-лазурь. Слава, ну и на этом цвете вот этот цвет тоже немножко по-другому ляжет, да, получится? Немножко темнее. Да, этот цвет немножко темнее. База нам нужна, как бы, чтобы у нас не сильно сливалось, чтобы у нас был какой-то резонанс. Угу. То есть в унисон как-то входило. И вот грубо вот такая-такая, чтобы был какой-то эффект, что ли, так можно выразиться. Ну вот. А в конце уже завтра я буду показывать, как я буду работать со следующей декоративкой, какие способы есть, это все потом увидите. Пока что, до новых встреч!